Дыма сейчас, когда летали крайний раз, стало намного меньше, и картина, конечно, уже совершенно другая по сравнению с тем, что была в начале месяца, в начале августа, когда практически вся тайга представляла один сплошной пожар. Сейчас, если дым уже как бы наблюдается, то он уже прибит, стелится, и в основном такие точечные очаги, которые, я думаю, за эти несколько дней, что идут сейчас дожди, они уже потухнут либо сами, ну, либо группы, которые еще остаются в лесах, они их уже довольно-таки быстро добьют. А сейчас самая дальняя группа, группа МЧС, находится на удалении 160 километров. Это очень далеко, вот, но мы постараемся за сегодняшний день их вывести, вот, потому что как бы пожар уже ликвидирован, и люди просто находятся в лесу уже, как бы их нужно оттуда вывозить. Люди устали, им необходимо домой. Вот. Ну и потом уже, если будут позволять погодные условия, то будем вывозить с более близлежащих точек на удаление 60-70 километров. Вот. Но в любом случае постараемся использовать рабочее полетное время по максимуму, то есть максимально возможную работу, которую мы можем сделать без нарушений безопасности, мы постараемся за сегодня, может быть, в крайнем случае завтра сделать. Общий вывод займет, я думаю, может быть, займет день-два, вот, потому что все будет зависеть от того, как сложатся погодные условия. Они сейчас все-таки для вылетов не самые благоприятные, но будем стараться, будем анализировать. За один раз мы берем порядка 15-20 человек, в зависимости от того, какой у них груз. Но будем стараться брать по максимуму, опять-таки, не нарушая требования полетной безопасности.